Вопрос об обнаружении в Карабахе ракет комплекса «Искандер-М» обсуждается по линии военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает канал 13 со ссылкой на РИА Новости. По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы, отметил Песков. Ранее пресс-секретарь президента Путина на соответствующие вопросы об обломках «Искандер-М» заявлял, что в Кремле нет информации по поводу. Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе. Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу. Накануне азербайджанский лидер заявил, что Баку до сих пор не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракетные комплексы «Искандер-М» оказались у Армении. Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим, сказал Алиев вчера на открытии парка военных трофеев в Баку.